Все? Да. А я хитрый, ребят. Это ананас. Привет! Привет! Вы на канале? Привет! И сегодня у нас челлендж! Фруктовый микс! Вот такой вот. У нас такие вот мармеладки, и они с разным вкусом, получается, фруктов. Но они у нас тут, я смотрю, даже прозрачные есть, там в форме ягодок. Ну, Настюха у нас может и не понять, какая-то ягодка и вкус. Но мы будем закрывать глаза с мамой, а Настя нас будет нам кормить. Да? Да. Мы каждому будем давать по очереди. И посмотрим, кто выиграет. Да. В нашем челлендже. Да. Да? Да. Ну что, начинаем? Одеваем. Давай, ножничками отрежем. Так. Давайте помогу. Вот так вот. Режу. И еще. Оп. И еще. Вот так. Молодец. Не подглядывай. Так. Ну что, Настюха первая. Вот, даже закрыла глазки. Закрывай глазки. Так, это у нас вот такая вот, закрой глазки. Вот так вот. Даже, наверное, видно вам. Что это? Жуй. Жуй. Угадывай, какой вкус. Каким вкусом? Я не знаю. Ну-ка, дыхни, папе, папа нюхает. Дыхни. На папу. Ну как ты не знаешь? Ну? Ну подумай, как. Подумай, на дереве. Что это может быть? Ты любишь такое? Оно такое круглое. Бывает зеленое, бывает красное. Что желтое. Это? Ну. Этот. Виндинтая. Кто? Что? Витаминка попалась туда. Витаминка? Витаминка? Нет. Вот это попалось. Клубника? Нет, это не клубника, тебе попалась. Я попалась вот туда, видишь, кусочки зеленые. Это что? Яблоко попалось. Да. Это а яблоко. Что это? Яблоко это. Это яблоко. Это яблоко попалось. Да. Настя не отгадала. Подожди. Ну теперь... что, давай теперь, кто следующий будет? Мама. Мама? Мама, закрывай глазки. Давай, Настюш, корми маму. Какая там форма, ты покажи. Зрителям своим покажи, какой форму тебе там попалось. Ну? Это что у нас такое? Ага. Это вот такая вот штучка. Ну, корми маму. Оп. Мам, кто это? Так. Барабанная дробь. Ду-ду-ду-дум. Ну и? Кто это? Мама что-то долго распробует. Mm. Тоже не может? Тяжело так, что ли? Кто это? Ну-ка. Тоже твой любимый фрукт. Обычно ешь ты его на Новый год. Апельсинка? Нет! Ага, на Новый год апельсинка. Ананас! Ананас! Точно, правда ананас. Папа, папа. Давай, подожди. Покажите на камеру. Давай покажем. Зрителям нашим. Есть? Все? Я подумала. Давай, давай что-нибудь другое возьмем. Ну, выбирай. Не говори другое. Папе, ладно? Все? Давай папе кушать, пробовать. Кто это, пап? И правда тяжело. Кто это, когда вы, пап? Клубника? Нет. Это яблоко. Это яблоко. Вот сейчас как раз только вот распробовал. Да, вкус. Она в конце, кстати, да? Вкус, да, когда сам съешь ее, да. И почу вкус, пробую, узнаешь вкус. Все, давай, тебе закрывай глаз. Закрывай глазки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Закрывай глазки. Покажите, что это такое. Ага. Ну. Ты прожуй, скушай, а потом в конце такой четкий вкус. Оказывается, сразу нельзя, не отгадаешь сразу. Теряешься во вкусе. Что это? Ну-ка, хорошо, подумай. Распробовала?
Ну показывай, показывай, что это? Нет. Ты самая первая показывала. Это твой там. Ты так, ну, у бабушки, дедушки на даче растут такие большие. А какой? Ну, какой? Какой вкус? Какой вкус? Да. Ну, какой? Какой вкус у Насти был? Ну? Было... Гремика! Клубника! С подсказками Настюха отгадала. Ну-ка, теперь маме. У нас пока только Настя отгадала. Да, папа. Давай маме. Ну, давай так. Оп. Кто это? Ее надо прожевать до конца. Мне кажется, это клубника. Да? Да. Отгадала, мама, правильно? Мама. 1-1. У ну, папа, пока... закрывай глазки. Папа пока ну, проигрывает. Давай, давай, давай покажем. Какая? Апельсинка. Все? Да. Угу. А я хитрый, ребят. Это ананас. Нет, это... А знаешь, как я отгадал? Да, я догадалась. Язычком форму. По форме. Они же в форме фрукта. Язычком, оп-оп-оп. Не отгадал. Смухлевал. Давай, теперь Настя. Куда, мадам? Отпускай. Ну давай, по-честному. Давай по-честному. Так нечестно. Такое серьезное лицо. Клубника! Ничего себе, клубника! Ух ты, жулик! Давай, дубль два. Закрывай глазки, закрывай, закрывай. Что это у нас там такое? Ага! Так, глазки закрываем. Давай, давай, она не видела все равно. Оп! И что у нас это такое? Яблоко! Ничего себе у Настя как отгадывает, да? Ну, ладно, умница. Настюха отгадала. Давай маму. Давай, маме. Давай, покажу. Давай, я покажу, что это. Какая яблоко? Так поближе вот. А какая яблоко? Так нельзя, доча! Вот такой вот у нас тут маленький подсказник. Яблоко. Да ладно. Кстати, четкий вкус, в принципе, у яблока. Да? Угу. Ну, маме не засчитываем. Дубль 2. Теперь папа показывает. А как... Подожди, Настюш, дай папа сейчас выберет какой-нибудь тут. Какой посложнее. А, яблоко? Нет, да, яблоко, яблоко. Вот такое вот у нас яблоко. Давай. Маме, 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 маме. Дубль 2. Теперь я его узнаю. Ананас. Да ладно. Ананас очень вкусно. Мамин любимый фрукт, да? Значит, у вас 2-2, у папки только один. Папа проигрывает. Ну, папа, закрывай. Так. Ну-ка, давай. Только не говори, что это. Давай вот такое возьмем. Вот так, вот такой, да. Давай, папе. Все? Угу. Одну. Одну, одну. Клубника. Правильно, да? Побеждает ничья, да? Да. Дружба, да? Да. Вот такой вот у нас был челлендж фруктовый микс. Вот такой вот у нас были мармеладки со вкусом фруктов. И мы пытались отгадать, поиграть. Кому понравилось наше видео, ставим лайки. Подписывайтесь на наш канал Baby Show. И не забывайте участвовать в нашем конкурсе. Всем пока! Пока-пока!